Так, друзья, сейчас слышу шумы какие-то, как будто бы в коридоре. Блин. Черт. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Тимофей. Я снова нашел определенный вот дом, здание, в котором, как утверждают жильцы, обитает паранормальная активность, то есть показывает себя. Сейчас я вам расскажу, как вообще в целом со мной связались люди. Написали мне на почту, нашли, то есть в Инстаграме у меня ссылку на мою почту и написали. Скинули свой номер, и я с ними связался. После чего мы с ними созвонились, и оказалось так, что они здесь больше не живут. Парень, который жил здесь, ложился спать, и, то есть, уснул. Во сне ему приснилась такая история, что напротив кровать, вот здесь, и вот кровать, он лежал на этой кровати, и ему снится сон, что на этой кровати лежит бабушка, и он на нее смотрит. У нее глаза закрыты, и она лежит, ну, то есть, в горизонтальном положении. И, то есть, он приглядывался в этом сне на нее, и его дико напугало то, что произошло дальше. Это тело, которое лежало на этой кровати, вдруг начало подниматься в вертикальное положение. Ноги оставались неизменными, были в горизонтальном, но остальная часть тела начала подниматься. Он в ужасе проснулся. А что случилось дальше, вы сейчас будете просто шокированы. Дальше произошло то, что вторая часть дома, дом достаточно старый, ему больше сотни лет, произошел пожар, и все сгорело. Так что после этого самого пожара здесь начались твориться необъяснимые вещи. Начала двигаться посуда, вещи по комнате. Их это дико напугало, и теперь они используют этот участок и этот дом в качестве дачи. Приезжают сюда отдохнуть и поработать на огороде там и прочие вещи. Вот. Они связались со мной и попросили меня проверить, есть ли здесь действительно что-то паранормальное. Я остаюсь здесь ровно на ночь. Как только рассветает, я думаю, отсюда свалю, если ничего не будет происходить. Я это видео не выложу, так что смотрим, будет интересно. А сейчас мы сходим к той половине дома, в которой был пожар, снимем, что там вообще такое, и вернемся назад, и я думаю, я выключу камеру или оставлю включенными, не знаю, и будем ждать, будет ли что-то происходить. Также я взял с собой радио. Нужен свет, фонарь. Также я взял с собой радио. Также у нас есть новое приобретение. Это счетчик электромагнитных всплесков. Короче, если что-то в этом доме есть, этот счетчик покажет электромагнитные всплески, которые будут происходить в этой части дома. Мы включим, оставим его здесь включенным. Вот так вот. Так, а сейчас мы с вами сходим в ту часть дома. Там собака какая-то соседская. Так, GoPro я оставлю здесь. Вот на этом штативе. Она будет стоять у нас вот тут и снимать все, что происходит в этой комнате. Отлично. Так, немножко поправим ее сейчас. Чтобы она снимала у нас ровно. Так, здорово. А мы пойдем с вами посмотрим,
пока что в ту часть дома, в которой все происходит. Вот, собственно, как-то так вот здесь все. Свет мы здесь выключим. Или... Да нет, пусть будет включено лучше. Так, отлично. Так, вот, собственно, этот дом. И, кстати, кирпич тоже очень старый. Очень давно это все. Так, вот часть дома, которая сгорела. Ну, собственно, там уже и нечего смотреть, там все погорело. Со светом. Так, друзья, мы вернулись в дом, и штатив со светом упал. Так, камера все сняла, скорее всего. Работает. Даже батарейка вылетела. Так. Так, ладно. Сейчас мы, друзья, что очень странно, здесь все по нулям. Да, меня, конечно, жутко напугало это. Так, время, наверное, около 2 часов или около часа. Шесть, блин, ну это странно очень. Так, аппаратик у нас здесь останется. Вот здесь мы его поставим. Так. Так. Ну ладно, подождем тогда. Как вдруг, может, что и начнется. Друзья, сейчас слышу шумы какие-то, как будто бы в коридоре. Пойдемте посмотрим.
посмотрим. Здесь удочек до хрена, походу рыбаки, что ли? Хозяева. Тоже мормышка. Фу. Фу. Блин. Блин. Фу. Друзья, вы видели это, да? Фу. Жесть, конечно. Фу, твою. Не-не-не. Да, тут ритуалы никакие проводить не нужно. Так, ладно, пойдемте в дом. Да, это уже что-то прям вообще. Так. Так. Так, друзья, я думаю, сейчас после того, что я увидел, здесь уже прям видно, что, ну, конкретно реально что-то происходит необъяснимое, жуткое, блин. Я, наверное, думаю, сейчас я выключу здесь свет в этой комнате, выйду туда, возьму этот свет с собой, потому что мне уже слишком не по себе становится, и посижу там. Подожду, может, сейчас еще что-то будет происходить. Так, ладно. Берем свет. Фонарик я с собой возьму по-любому. Так, здесь все по нулям. Так, камеру эту тоже здесь оставлю. Вот здесь я его включу. Сейчас сделаю поприятнее немного свет, чтобы был. Блин, где кнопка? Вот кнопка. Угу. Вот так вот, ребята, свет. Фу, посижу здесь немного. Фу, блин, вообще прям никак дух не могу перевести. Перчатки не мочил. Хорошо, что вторые взял. Серые. Там в какой-то это вляпался. Фу-фу-фу-фу-фу. Свет. Радио включилось, ребят, радио. Я свет забыл выключить.
Офигеть. Ребята, радио работает. Охренеть. Жесть какая. Да, друзья. Вот такие вот дела здесь вообще происходят, что я не знаю, досижу я ли здесь вообще до утра. За светом сходить. Так. Свет я лучше здесь оставлю нафиг и выключим его. Он тут ни к чему вообще. Так вот, в принципе, твою. Чёрт, чё? Так, нам надо. Чё нам надо? Так, ладно. Так. Пойдём это. Посмотрим. Блин, а только отражается вообще. Пробки выбил. Фу, твою мать. А в чем причина? Что за шум такой? Твою мать. Нет, ребята, походу, не-не-не-не-не-не, меня что-то это уже вообще пугает прям совсем. Так. Друзья, короче, все, слабоватая она. Камера села у нас, блин.
Можно Powerbank поставить. Ладно, это я сейчас все сделаю. Фу, так. Ну тогда подождем еще. А, сейчас вроде как бы вот уже тишина настала, вот буквально минуту назад все это происходило. Сейчас подождем буквально там минут 30 еще я подожду. И думаю, стоит сделать сеанс греев. Сеанс греев, да, пожалуй. Я пока отключусь, зарядки стало мало. Подзаряжу эту камеру. И собака снаружи лает. Так, где у меня зарядка? Сейчас я выключил свет в той комнате. Я думаю, уже я нахожусь здесь больше 30 минут, ничего не происходило. Я думаю, сейчас я здесь свет включу. Проведем, попробуем коротенький сеанс АГФ, вдруг что будет происходить. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Поговори со мной, я знаю, что ты здесь. Ты много раз сегодня себя проявлял. Прояви сейчас. Ответь мне. Ты здесь? Так, друзья, полная тишина. Уже прошло около часа. Приблизительно. Я думаю, что сейчас, наверное, спать лягу. Ну. Твою мать, шторки. Нет, 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 нет. Я походу я здесь не буду оставаться. Собираемся отсюда и уходим. Я не могу уже. Заслонка. Не-не-не-не-не-не. Все, ребята, нет, я уже... Хватит с меня, наверное, этого. Я ухожу отсюда. Мне уже просто, ну... Я не знаю, что это за сущность, но это уже прям совсем. Не могу я просто вывозить уже все это. Я думаю, сейчас я соберусь и включусь уже на улице, потому что... Друзья, вот и все закончилось. Я выбрался из этого дома, потому что... Ну... Я уже просто устал, я хочу спать, но, как вы заметили, что, ну, мне просто то, что там находится, ну, не давало уснуть, вымотало меня полностью, потому что я сейчас прямо как выжатый лимон, я чувствую себя очень уставшим, мне сейчас поеду домой.
отдыхать. Или, может, где-то поблизости передохну, не знаю. Сейчас что-то буду думать насчет этого. Позвонил хозяину этого дома только сейчас и сказал ему, что действительно вот такие дела. Мы будем пытаться теперь исправить это как-то, чтобы больше такого не происходило. Вот, в целом так. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Для меня это мотивация. Для вас это не сложно, в принципе, так-то. Всего доброго. До встречи.